Всем привет, дорогие друзья! В сегодняшнем ролике я хочу поделиться с вами моим геймплеем. Соло против сквадов. Давно я не выпускал такие ролики, хотя видел в комментариях, что многие об этом просили. Это, наверное, лучший паблик за полгода, который я играл, и дело тут не в том, как я сыграл и сколько настрелял киллов, а в том, что наконец-таки меня закинуло на сервер, где 90% это люди. И реально, каточка получилась достаточно неплохой. Много киллов, много чего вы сможете, возможно, для себя подметить в этом видео и даже, возможно, чему-то научиться. Не буду отвлекать вас от геймплея. Обязательно досмотрите это видео до конца, в конце я приведу небольшую аналитику. Приятного просмотра. Упал еще. Не видел. Добейте его, добейте тенетуна его. Добейте его. Бля, это тимуту надо не прибывать. Ёбаный рот, блядь. Ёбаный рот этого казино, блядь. Как? Thank you.
Итак, я вернулся. И именно этот момент я бы хотел с вами разобрать. Какие ошибки я в конце допустил и по какой причине я не выиграл эту игру. Первая зона прокнула фул на малую сакуру. Так называются эти дома. И там было два чела. Мне нужно было бежать фул опен зону, но я знал, что слева от меня находится еще один противник, который стрелял по мне с СВД, когда я стоял на крыше. Я начал потихоньку идти в зону, дал себе смок наперед, чтобы закрыть вижен, и ждал типа в спине. В принципе, получилось неплохо, жаль, что я его не убил. Не очень законтролил, да и финек как-то так себя повел в плане дамага. Далее через вражеского смок бомбера я зашел в кемп, не думал вообще, что я смогу дойти до этого кемпа и меня чел сбреет просто в дымах, но у меня это получилось. И оценил ситуацию.
ситуацию. Обнаружил первого противника, он был за трактором, но я до сих пор не знал, где второй. Да, я слышал выстрелы откуда-то справа от меня, но точное расположение мне не было известно. Я начал таймить ХАЕ и очень плохо ее откинул. В ответ противник снова бросил гренадеры, и в этот момент я принял решение пушить типа сзади. Я быстро вылез из дома, увидел противника на втором этаже и сбрил его с финка. И вот ошибка, которая стоила мне победы. У меня осталось меньше половины брони, и я хотел забежать в дом для того, чтобы отхилить ее. Но вовремя успел заметить ловушку и повернулся назад, а сзади меня уже обошел его тиммейт. И вместо того, чтобы попытаться спрятаться за трактор и отмансить, пока вкалывалась бы плашка, я принимаю решение на лоу хп в опене перестреливаться с финьком против М13. Странное решение для человека, отдавшего полтора года компетитив сцене. Грамотная ловушка, моя суетливость и неправильные решения не позволили мне выиграть эту игру. Вот такой вот видосик у меня получился. В конце добавил чуть аналитики, чтобы он не был настолько грустным. Думаю, получилось неплохо. Подписывайся на канал, если ты тут впервые. Обязательно ставь лайк этому видеоролику и пиши в комментариях, понравился ли тебе контент такого типа. И еще, не переживайте, это видео никак не помешает выходу видео про дробовики. Так что ожидайте. Всем пока. Пока.